ограничить использование социальных сетей. С таким предложением выступила детский омбудсмен Республики Татарстан Ирина Волынец. По мнению уполномоченного по правам ребенка, детям до 14 лет нужно совсем запретить пользоваться социальными сетями, а до 18 только с разрешения родителей. За прошлый год специалисты выявили 23 киберриска, с которыми может столкнуться каждый подросток, среди которых эмоциональное, психологическое и даже финансовое давление. Однако, по мнению приморцев, полностью ограничивая детей от соцсетей все же не стоит. Им нужно выделять время, ну, определенное, то есть час вечером, час, допустим, утром, но не более, мне кажется, так. Детям же нужно там домашнее задание как-то, там, с одноклассниками все равно как-то общаться нужно, поэтому 50 на 50. До 14 лет ребенок может в социальных сетях получить ту информацию, которую ему не стоило бы получать в таком возрасте. Сейчас в интернете очень много полезной информации, вот, причем, ну, даже сейчас в обучение внедряются какие-то форматы такие, когда тебе нужно решить тест в телефоне, там, ну, то есть это постепенно входит в нашу жизнь, и мне кажется, что это нужно принять это просто как факт.